Эй, Юрий, я двинусь в Бауэри. Хочу убедиться, что Майклс добрался до нового убежища в целости. Не советую. Соболь ясно дала понять, что тебе там не рады. И что, она пристрелит меня? Честно? 50/50. А, ладно. Буду поблизости, но не слишком близко. На всякий случай. Док звонил. Паркер, хочу поблагодарить тебя. Твоя работа над нейроинтерфейсом бесценна. Жаль, что не могу пока показать тебе, что это значит. Но я начинаю понимать, насколько могущественные и коварные силы противостоят истинным творцам. Обещаю, долго ждать не придется. Успех придет, чего бы это ни стоило. Могущественные и коварные силы? Не нравится мне это. Надо навестить Дока, как смогу. Это Бауэри, но где доктор Майклс? Мы готовы, доктор Майклс. Это дыхание дьявола? Это GR-27, а не... Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Сюда, доктор Майклс. Это что за хрень? Ага, конечно. Юрий, я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола. Принято. Направляю к тебе другие группы. Он взял Майклса живым. Уже хорошо. Может, хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола? Надо остановить этот грузовик, или танк, или что там. Прежде чем идти за Ли, надо избавиться от ребят на машине. Прекратите стрелять!
Он придет! Он придет и покарает всех грешников! Извиняюсь! Ли! Отдай его! Доложи обстановку. Ты задержал их? Работаю над этим! Ты кричал? Паук довольно умен. Быстрее! Атаран! Я разберусь! Что со мной происходит? Начинается новая жизнь. Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маску! Стань одним из нас! Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне! Все души, потерянные тобой! Все невинные жертвы, которых ты не спас! Их кровь на ваших руках, Мартин! Ты можешь остановить Осборна! У тебя много силы! А я могу дать тебе волю! Их тела валялись в канавах, а ты ничего не сделал! Я не могу спасти всех! Что значит одна жизнь? Сделка проста. Одна жизнь за целый город! На колени! Я сорву с тебя маску и открою твое истинное лицо! Деньги дали мне клятву, а я отдаю им силу! Что? Маска! Я должен уничтожить маску! Стой! Я не брошу вас во тьме, Мартин! Так нельзя! Вы можете вернуться к свету! Нет!
Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны. Препарат у вас? Нет. Черт побери! Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Стоп! Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Юрий, скажи мне, что вы узнали, где прячется Мартин Ли. Один парень из кофейни заснял видео. Похоже, после аварии Ли сел в черный седан. Черный седан, отлично. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Человек-паук? Алло? Работает? Доктор Майклс? Как это понимать? Одолжил одну из раций Соболя. Слушай, дыхание дьявола наверняка применят в транспортных узлах. Аэропорт, автовокзал, крупные станции. Зараза распространится, как пожар. Какого дьявола Оскорб занимается биологическим оружием прямо в городе, а не в каком-нибудь бункере на Аляске? Дыхание дьявола – личный проект Нормана. Он одержимым не первый десяток лет. Проект нарушает все федеральные и местные законы, но ему плевать. Если город узнает, о перевыборах он может забыть. О перевыборах можно забыть. Его ждет Гаагский трибунал. Зачем вы мне это говорите? Разве вы не так же виновны, как Норман? Да, конечно. Но действия Ли послужили для нас сигналом. Мы слишком долго игнорировали риски проекта. Я верю тебе, Человек-паук. Один ты пытаешься действовать правильно, прошу. Защити город от наших ошибок.